Сообщение из Среднеазиатского митрополитчьего округа. Продолжается празднование Пасхи, а вместе с этим и праздничное богослужение. На уходящей неделе митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий помолился вместе с прихожанами городов Бикабада, Джамбула и Янгичиназа. В день, когда церковь почитает память преподобных отцов Александра Свирского и Зосимы Соловецкого, митрополит Викентий совершил божественную литургию в храме Сретения Господня города Бикабада. Вместе с православными жителями этого города архипастырь радовался великом празднике Воскресения Христова. Это большое утешение, что все мы имеем возможность силой воскресшего Господа воскреснуть со Христом и сподобиться вечной блаженной жизни. К сожалению, мы живем здесь на земле, но о жизни земной мы не думаем. И не готовимся, к сожалению. Но нам нужно, вот эта Пасха Христова, каждый год мы празднуем, и он, этот праздник, он четко, ясно, понятно нам напоминает о том, что мы должны жить для Царства Божьего, жить для вечной жизни, готовиться к вечности. Настоятель храма священник Александр Колотовкин поблагодарил митрополита Викентия за архипастырский визит и совершенную божественную литургию. Затем владыка Викентий совершил таинство венчания. В этот радостный день супругами перед Богом стали студент первого курса очного отделения Ташкентской духовной семинарии Александр Богатоботин и выпускница духовного заведения Христина Родионова, уроженцы города Бикабада. Вечерние службы пасхальным чином правящий архиерей Ташкентской и Узбекистанской епархии совершил сразу на двух приходах – в Джамбуле и Янгичиназе. Архипастырь молился в храме в честь архистратига Божьего Михаила и в храме преподобного Александра Кожского. По окончании служб владыка поздравил прихожан со светлым праздником Пасхи Христовой и произнес свое архипастырское слово. Постараемся, дорогие братья и сестры, жить ради Царства Божьего, которое нам дал Господь Бог, и приобретать это царство своими добрыми делами, которые мы должны совершать ежедневно, постоянно в этой земной жизни. И все то доброе, что мы делаем, должны делать ради Христа, ради Царства Христова. И все делаем ради Христа, мы получаем великую благодать и силу для того, чтобы возвыситься над земными утехами и получить вечное благо Царства Божьего. Христос воскресе! В день Преполовения Пятидесятницы митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в храме Святой Троицы, именуемом в народе Куличи и Пасха. С подробностями из города на Неве наши коллеги.